Привет, друзья! Давайте сегодня побеседуем об очень распространенной ошибке, которую люди допускают, когда говорят о возрасте. Для того, чтобы спросить, сколько тебе лет, нужно сказать «How old are you?», что буквально значит «Насколько ты стар?». Слово «old» — «старый» употребляется даже в отношении младенцев. Так просто принято. Однако, задавая такой вопрос, помните, что он очень прямолинеен и не каждому понравится, особенно женской половине человечества. С вопросом все понятно, и вряд ли вы будете задавать его слишком уж часто. А вот назвать свой возраст самостоятельно вам, скорее всего, доведется чаще. Так вот, запомните, что есть два способа. Первый вариант развернутый. I'm 20 years old. He is 45 years old. You are 12 years old. Второй вариант – назвать число, опустив слова years old. I'm 20, he is 45. You are 12. Однако, говоря о возрасте, многие начинают переводить с русского дословно и получают такое предложение. I'm 20 years. He is 45 years. You are 12 years. Запомните, что это неправильно. Никогда так не говорите и не пишите. Либо I'm 20, либо I'm 20 years old. Также, если вам не хочется называть свой точный возраст, можно схитрить и использовать такое выражение. To be in someone's 20s, от 20 до 30. To be in someone's 30s, от 30 до 40. To be in someone's 40s, от 40 до 50 и так далее. Например, he is in his 20s, значит, ему 20 с чем-то лет. My father is in his 50s, моему отцу за 50. Если вы хотите быть немного поконкретнее, но все же не называть свой точный возраст, добавьте перед возрастом слова early, говоря о начальных годах десятилетия, mid, говоря о середине десятилетия, или late, когда десятилетие подходит к концу. Например, he is in his early 20s, ему 20 с копейками, примерно 21-23. He is in his mid 20s, ему около 25, примерно 24-27. He is in his late 20s, значит ему под 30, то есть 28-29. Также обратите внимание, что в данном случае слова years old мы не говорим. Пишите свой истинный возраст в комментариях. Если вам понравился урок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следите за обновлениями. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.